от бывшего тренера Медведевой ушла еще одна фигуристка. Российская фигуристка Полина Цорская прекратила сотрудничество с тренером Итери Тутберидзе. Об этом сообщает Матч ТВ. Спортсменка подтвердила факт расставания с тренером и заявила, что данное решение было принято по ее личной инициативе. Фигуристка работала в группе Тутберидзе с 2013 года. 16-летняя Цорская является победительницей финала Гран-при среди юниоров 2015 года и чемпионкой России среди юниоров 2015 года. В начале мая о прекращении сотрудничества с Тутберидзе объявила двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Тренер рассказала, что фигуристка не выходила с ней на связь и после произвольного проката на Олимпиаде в Пхенчхане высказала претензию за нежелание оставить Алину Загитову, выигравшую золотую медаль, на юниорском уровне еще на год. Больше важных новостей в TEL и GREM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.